Телерадиокомпания «Кунгур» совместно с магазином «Мировой инструмент» и компанией «Стройпанелькомплект» представляют информационную программу «Город новостей». Здравствуйте, это «Город новостей», в студии Игорь Конюшков. Последние события из жизни города в материалах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Осторожно, фальшивка! В Кунгуре вновь появились поддельные деньги. Коммунальная безысходность. Значит, вот мы за эту воду платим, да, получается? Кто поможет жителям дома по Свердлова 72, рубрика «Коммуналка». Когда поет душа? Может нас одушевить, к новой жизни пробудить. В Кунгуре состоялся концерт бывших студентов «Гаудеамус». Далее обо всем с подробностями. В одном из банков Кунгура обнаружена тысячная купюра с признаками подделки. Банкноту внесла для пополнения счета 72-летняя пенсионерка. Купюра сразу была изъята сотрудниками полиции. Проводится проверка, устанавливается происхождение банкноты. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, достаточно соблюдать простые правила. На просвета наблюдаются проколы в виде тысячи. Данные проколы не должны ощущаться на ощупь. Не должны. То есть, если купюра гладенькая, не имеет никаких либо тут шероховатостей, то значит она является подлинной. За прошлый год в Кунгуре было зафиксировано 24 случая обнаружения поддельных денег. В царские времена за это преступление предусматривалась смертная казнь. Сейчас же за подделку денежных знаков можно получить до 15 лет лишения свободы. Для организации и предпринимателей сотрудники полиции подготовили специальные листовки, которые следует размещать в офисах и торговых точках. Получить такую листовку можно в полиции, позвонив по телефону 620-62. Полная разруха и растущие цены. Больше 20 лет назад специалисты определили, что износ дома по улице Свердлова 72 составляет 60%. С тех пор не было ни одного ремонта. Старинная постройка разрушается. Кто поможет отчаявшимся людям, выяснял Вячеслав Горецкий. Рубрика «Коммуналка». Значит, вот мы за эту воду платим, да, получается? Михаил Кузнецов живет в этом доме 10 лет. На его памяти ремонт за все это время был лишь в подъезде, и тот косметический. Общедомовой счетчик брызжет как фонтан. Вода стекает по цоколю векового дома, который трещит по швам. Дом рушится, тоже видно все везде, трещины. С каждым годом, с каждым месяцем все больше трещин. Там в подъезде вообще уже рука пролазит в квартиру. Михаил Кузнецов показал нам документ, выданный Центром технической инвентаризации в 1991 году. По нему степень износа дома уже тогда, 22 года назад, была 60%. Я говорю, у нас коридор, говорю, общественное место, падает все. Нету материала. Я говорю, ну общественное место, говорю, у нас, говорю, полный подъезд детей, говорю, как это нету? Хоть немножко почините что-нибудь. Нет, так все, тишина. Теперь со всеми своими бедами жильцы остались один на один. 20 марта управляющая компания «Гарант Комфорта» сняла с себя полномочия по обслуживанию домов Кунгура. Понятно, что вода под лежачий камень не побежит, и инициативу в этом случае нужно проявлять жильцам не в устной, а в письменной форме, начав с жилищной комиссии. Что касается вопросов ветхости жилья, то есть в администрации города есть межведомственная комиссия, куда собственники и наниматели могут обратиться. Межведомственная комиссия выезжает на место, делает заключение и признает либо пригодным, либо непригодным, либо аварийным и подлежащим сносу. То есть по каждому заявлению индивидуально. Время идет, дом разрушается. Михаил Кузнецов отчетливо это понимает. Пытается своими силами поправить положение. Но по большому счету все его усилия как капля в море. Вячеслав Горецкий, Вячеслав Алексеев, Галина Криклифцева, телекомпания «Кунгур». В городе продолжается акция по сбору средств для строительства памятника ветеранам боевых действий и локальных конфликтов. Общество ветеранов боевых действий «Братство» сообщает, что на сегодняшний день собрано 280 тысяч рублей. Это половина необходимой для строительства суммы. Активное участие принимают жители города Кунгура, организации, предприятия, пошли навстречу
управление внутренних дел, городской совет ветеранов, воинская часть, вплоть до того, что даже учебные заведения, такие как 10-я школа, 2-я школа, активно принимают участие. Акция продлится до 1 июня. Принять участие в строительстве может любой житель Кунгура. Напомню, памятник планируется установить к 350-летнему юбилею города на территории возле бывшего второго училища. 7 лет за попытку дачи взятки. Такое наказание грозит мигранту, который незаконно находился в России. На оперативной съемке видно, как в момент беседы гражданин Таджикистана предлагает сотруднику полиции взятку 5000 рублей. Это дача взятки должна сломаться. Ты это прекрасно понимаешь. Я знаю, конечно. Вот, я тоже об этом знаю. Поэтому мне взятки брать нельзя. Когда взяточника задержали, денег при нем уже не было. 5000-ую купюру он съел. По факту дачи взятки на мигранта завели уголовное дело. Сейчас следствие закончилось. Дело передано в прокуратуру. Обвиняемый находится под стражей. Его дальнейшую судьбу решит суд. За обвиняемым останется право выбора места для отбывания наказания. Он является гражданином иностранного государства. То об этом уже уведомлено посольство Республики Таджикистан. В том, что дело возбуждено в отношении него и окончено производством. И кроме этого, он имеет право в дальнейшем, после осуждения, если будет назначено лишение свободы, он имеет право избрать, где будет отбывать наказание, либо в России, либо у себя в Таджикистане. Следующей зимой наш город примет эстафету Олимпийского огня. Пробег с передачей факела стартует со стадиона «Труд». Большая часть маршрута пройдет по нижней части города. В ближайшее время будет определен подрядчик, который займется дорожным ремонтом на участках по улице Ленина от Красноармейской до Уральской, по улице Гоголя от Октябрьской до Пугачева и по улице Голованова от Пугачева до Свободы. Объявлен муниципальный заказ, размещенный на официальном сайте, для проведения аукциона для определения подрядной организации, которая будет проводить промывочную обрезку деревьев по маршруту переноса Олимпийского огня. Кроме того, предполагается проведение косметического ремонта фасадов зданий на протяжении всего маршрута. Все работы будут проводиться в весенне-летний период. Далее блок рекламы, а после вы увидите. Сейчас я иду по тротуару, который находится по улице Красноармейской. Тем не менее, я думаю, хорошо видно, что пользуются им не только пешеходы. По тротуару путь короче. За что в центре города пешеходов лишили законного пути? Рубрика «Мелочи жизни». Когда поет душа? Может нас одушевить, к новой жизни пробудить. В Кунгуре состоялся концерт бывших студентов «Гаудеамус». Кис-кис шоу. В 4-м городском фестивале кошек приняли участие 400 домашних любимцев. Выбрали все лучшее, сделали еще выгоднее. Новая рассрочка по сниженным ценам. В корпорации «Центр» забирай бытовую электронику на 28 месяцев. Получай суперскидку 10%. Взнос еще доступнее, рассрочка еще дешевле. Успей оформить в марте. Такого еще не было. Мировой хит продаж Toyota Corolla со скидкой до 30 тысяч рублей. Toyota Center Прикамье. Пермь, шоссе Космонавтов, 306. Весеннее обновление в салоне кожи и меха «Империя». Большой выбор кожаных курток производства «Турция», а также меховых безрукавок. Беспроцентная рассрочка до 3 месяцев. На модели прошлого сезона скидки до 50%. Салон кожи и меха «Империя». Торговый центр «Ирень». Первый этаж. Из центра есть кто-нибудь? Все оттуда! В корпорации «Центр» главная распродажа весны. Скидка 38% на все до 31 марта. Как-то в русском государстве царь решил издать указ. Чудо чудное, Ивану отыскать лев в сей час. Вышел Ваня в чисто поле, натянул он лук тугой, и стрела, касаясь неба, угодила в
центра строй. Эка дива, молвит Ваня, красота и лепота. Я ж такого изобилия не видел никогда. Ну, теперь ремонт на славу в царстве нашем заверну. Выстрою себе усадьбу, приведу туда жену. Знаете все, что лучше места вам вовек не отыскать. Это место, без сомнения, центростроем величать. Натяжные потолки фабрики Нагорный – это стильное, практичное и мудрое решение отделки вашего потолка. Стоимость 1 квадратного метра от 350 рублей. Срок изготовления всего 4 дня. Никакой пыли, никакой грязи. Монтажники у вас дома не больше 3 часов. Натяжные потолки фабрики Нагорный не только практично, но и очень красиво. Телефон 236-36. Последнее событие спорта Кунгура в рубрике «На старт». Каждый вторник в программе «Город новостей». Это «Город новостей». Продолжим выпуск. Тротуар как проезжая часть. И это не окраина, а центр Кунгура. Пешеходную дорожку автомобилисты превратили в дорогу для транспорта. Рубрика «Мелочи жизни». Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой», профессионал на рынке металлопластиковых окон. Теперь срок изготовления – 3-4 дня. Сейчас я иду по тротуару, который находится по улице Красноармейской. Тем не менее, я думаю, хорошо видно, что пользуются им не только пешеходы, но и автомобилисты. Так а тут чуть не проезжая часть. Конечно, опасно, да еще скользко так, да скользко так ходить. За наезд автомобиля на пешеходную дорожку штраф немалый. Тем не менее, водителей, видимо, это не пугает. И, как видите, мелочь эту превратили в проезжую часть. Нам пришлось задержаться на улице Красноармейской. Причина вот в этом опасном электрическом соединении. Дело в том, что дотянуться до сюда может даже ребенок. С 80-го года живу здесь, все так и было. Если верить молодому человеку, этой проблеме более 20 лет. Ну, лично я считаю, что ее нужно решать. Ведь мелочь это опасная. Забавную вещь мы увидели во дворе дома по улице Сверлова, 72. Свое внимание мы обратили вот на те крючки, на которые нужно вешать одежду. У нас возник вопрос, для чего нужно раздеваться на улице. Были деревянные сараи, их снесли. Весной будут каменные делать, гаражи. А этот не сносит хозяин. У него это и осталось. Как вы поняли, раньше здесь стоял сарай, и вешалки находились внутри помещения. Сейчас сарая нет, из-за чего мелочь-то выглядит смешно. Рубрика выходит при поддержке компании «Фабрика окон Нагорный». Акция «Немецкий профиль» по цене российского. Телефон 236-36. Кондитерская «Софья» возместит пострадавшим ущерб. Роспотребнадзор возбудил дело по факту массового отравления людей некачественными кондитерскими изделиями. Пермское отделение Роспотребнадзора сообщает, что все пострадавшие от отравления тортами кондитерской фабрики «Софья» могут направить иск для возмещения им ущерба. Все пострадавшие, а в Кунгуре их семеро, могут потребовать возмещения как материального ущерба на оплату лечения, так и морального вреда. Для этого у пострадавших должны сохраниться все чеки от покупки тортов и лекарственных препаратов. Кроме того, должны быть документы о том, что человек проходил лечение в медицинских учреждениях. От Кунгура до Чикаго. Директор Центральной библиотечной системы Кунгура Светлана Матвеева получила право на участие в образовательной программе в США. В феврале Светлана Матвеева участвовала в образовательной программе «Руководство библиотеками в 21 веке и новыми технологиями». Ее программа под названием «Библиотека 21 века. Вызовы времени» стала лучшей. Летом Светлане и еще двум знатокам книжных дел Пермского края предстоит поездка в Чикаго для участия в образовательной программе Центра международных библиотечных программ Иллинойского университета. Централизованная библиотечная система города Кунгура является одной из лучших систем Пермского края, поэтому с удовольствием приняла участие в конкурсе, предложенном Министерством культуры Пермского края и Горьковской библиотеки. И неожиданно для себя и для своего коллектива в этом конкурсе стала победителем. В минувшую субботу в Доме культуры поселка Нагорный выступил хор студентов 20 века «Гаудеамус» из Перми. Может, на
оживить, к новой жизни пробудить. Гаудеамус появился в 2004 году. Тогда выпускники Пермского государственного университета в 60-х, будучи уже состоявшимися специалистами разных профессий, изъявили желание вновь петь в хоре. Здесь, в большей мере, люди уже отработавшие, отучившиеся, и они все-таки решили собираться вместе, петь песни, поднимать душу свою, людей, дать духовное направление. Сегодня в коллективе поют юристы, геологи, врачи, преподаватели, экономисты, инженеры и руководители. Хор активно путешествует по городам Пермского края, давая в среднем по 20 концертов в год. Деятельность хора добровольная, денег за концерты коллектив не берет. В минувшие выходные в Кунгуре прошел 4-й городской фестиваль-конкурс «Кис-кис-шоу». Дом культуры железнодорожников на один день превратился в большой кошкин дом, который с трудом вместил всех конкурсантов. 4-й фестиваль стал рекордным по количеству участников – более 400 усатых и хвостатых. Лучших выбирали по 4 номинациям – «Самая красивая кошка», «Мой пушистый друг», конкурс презентаций, музыкальный конкурс «Мяу» и номинация «Люди-кошки». На титул самой красивой кошки претендовали 8 конкурсантов. Задача хозяев заключалась в творческом представлении своих любимцев. Ставку делали не на породу, а на креатив. Питомец Марии Куреевой, кошка Дымка, участвует в таком конкурсе впервые, и сразу победа. Кошки нашей породы Скоттиш Страйк, кошка Дымка. Организация очень хорошая, все понравилось. Если в будущем будут такие же конкурсы, то мы обязательно будем принимать участие в них. Фестиваль длился 5 часов. Победители хозяева получили дипломы и сладкие призы. А хвостатые герои кис-кис-шоу были отмечены вкусными лакомствами. Нынешний март побил все климатические рекорды. Не отстают от метеорологов и юмористы. Одна из последних услышанных мной шуток – «Не ждите весну, женщины всегда опаздывают». Кунгур в снегу. Сегодня вечером столбик термометра опустится до 10 градусов ниже 0. По прогнозам синоптиков, такая температура будет преобладать в течение всей недели. Снегопады продлятся вплоть до выходных. Далее нас ожидает повышение температуры и небольшие дожди, но это будет уже в апреле. Далее прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните нам. Наш телефон 23413 или оставляйте на сайте www.trkkungur.ru. Всего доброго. До свидания. Я экскурсовод, вожу группы из города Перми. Сегодня я привезла детей из 17-й гимназии. Город вашу люблю, потому что я его знаю. И всегда ребятам говорю, мы любим то, что мы хорошо знаем. Мы любим своих мам, своих сестер, потому что мы их знаем. И когда мы знаем что-то, мы знаем город, мы его любим. И стараюсь свою любовь передать вот своим туристам, которых вожу в ваш город. Замечательный, с историческим прошлым, с замечательными зданиями, хорошими людьми, тихий, спокойный, исторический город. Раз я живу в этом городе, мне нравится в нем все. Мне кажется, например, туристов привлекает, не знаю, пещера. Я вот этой зимой была там действительно очень красиво. Настолько памятников старины здесь много, мне очень нравится. Вообще люблю свой город, он у нас зеленый такой, спокойный. В магазине «Мировой инструмент» еще ниже цены, еще больше ассортимент. Садовая техника и электроинструмент ведущих брендов мира – «Штиль», «Хитачи», «Бош», «Макита», «Фиолен». Так, коса бензиновая с леской, ножом и диаметром кошения до 230 мм всего за 4600 рублей. «Мировой инструмент». О, грачи прилетели! Пора вступать в золотую десятку! Мировой хит продаж Toyota Corolla со скидкой до 30 тысяч рублей. Toyota Center Прикамье. Пермь, шоссе космонавтов 306. Волнуешься за сбережения? Приходи в Металлинвестбанк. Открывай вклад и не беспокойся о будущем. Вклады в Металлинвестбанке. Проще не придумаешь.
Стройпанелькомплект предлагает квартиры в строящемся 10-этажном жилом доме по улице Барановская, Крупская, район вокзала. Полная строительная отделка, благоустроенная придомовая территория с детской площадкой. Заключившим договор до 31 марта скидка 5%. Купи квартиру своей мечты. Телефон в Перми 342-217-93-03. Филиал учебного центра «Перминефть Кунгуре» объявляет набор на обучение по программам. Помощник бурильщика капитального ремонта скважин. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ. Машинист подъемника, перевозка опасных грузов, оператор котельной, промышленная безопасность и охрана труда. Дополнительная информация по телефону 336-43. Но Новый год прошел, праздник, бац, а зарплаты-то нет, и платить-то нечем. Вот чья это вина, почему людей хотя бы об этом не предупредили? Очень хороший вопрос. Давайте я так попробую на него ответить. Павел Васильевич, вот как сейчас быть жителям, у которых, например, уже по 3 недели мусор не возится? Вот конкретно, что делать в этой ситуации? Для оперативности у нас есть надзорный орган. Говорим о том, что интересно доступным языком. Открытый диалог каждую пятницу в 19 часов. Генеральный спонсор программы «Открытый диалог» – магазин «Мировой инструмент». Союз ветеранов боевых действий «Братство», администрация города Кунгура и кунгурское телевидение объявляют акцию по сбору средств на строительство памятника ветеранам боевых действий и локальных конфликтов «Никто не забыт, ничто не забыто». Средства можно перечислить на счет, который вы видите на экране. Подробная информация по телефону 8-951-93-333-73. Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Генеральный спонсор прогноза погоды – магазин «Центрострой». Внимание! Грандиозная распродажа ламината со скидкой до 20%. Прогноз погоды представляет негосударственный пенсионный фонд «Стратегия». Фонд с 20-летней историей. Какой бы ни была погода за окном, в наших квартирах всегда тепло и уютно. Квартиры в новом доме по улице Свободы, 130. Во вторник, 26 марта, в Кунгуре пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 5, днем ожидается до 7 градусов ниже 0. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 5 метров в секунду. Генеральный спонсор рубрики «Если завтра ремонт» – компания «Сарко». Телефон 399-87. Практика показывает, когда потребители интересуют цемент, то не всегда понимают, что покупают. А потом мы удивляемся тому, что развалилась постройка, или что плоды тяжелого нашего труда пропали даром. Поэтому надо уметь выбирать качественный цемент. С вами Дмитрий Язов и программа «Если завтра ремонт». Сегодня я постараюсь помочь вам научиться выбирать качественный цемент. К сожалению, часто, выбирая цемент в упаковке, мы не можем быть уверены, что этот самый цемент будет надлежащего качества. Фасовкой этого материала занимаются очень многие строительные организации и торговые рынки. Поэтому запросто вместо Портланд-цемента в мешке могут оказаться более дешевые марки, такие как М400 или М300, или еще того хуже. А то и просто серый порошок неизвестного происхождения. Все зависит от остатков совести недобросовестного производителя. А часто и вес мешка не соответствует указанному. И маркировка на мешках с цементом при этом для дезориентации может быть самая надежная с виду. Что же делать? На первый взгляд мешки ничем не отличаются друг от друга. Приглядимся повнимательнее.
У добросовестных продавцов тара прочная, сделана из нескольких слоев плотной бумаги, и на ней есть обязательный набор данных. На лицевой стороне мешка есть товарный знак фирмы-производителя или продавца и указаны марка цемента и, конечно же, ГОСТ. На продукции некоторых компаний есть штрих-код, позволяющий считывать информацию в кассах строительных супермаркетов. На оборотной стороне мешка обратите внимание на наличие сертификата соответствия качества и гигиенического сертификата. На упаковке обязательно должны быть указаны завод-производитель, адрес и, конечно же, телефон. Цемент фасуется в мешки по 50 кг. Вес не должен отклоняться от указанного более чем на 1 кг. Это очень важная информация, так как существует опасность купить мешок, в котором не хватает 5-10 кг цемента. А это в пересчете на конкретные деньги до 20% переплаты. О как! Строительство – ответственное и недешевое занятие. И чтобы воплотить ваши мечты в жизнь, покупайте цемент только у надежных продавцов или у производителей. Не позволяйте себя обманывать. Это программа «Если завтра ремонт» и Дмитрий Язов. Удачного ремонта! Рекламный партнер рубрики «Если завтра ремонт» – надежная компания «Уралстройсервис». Опыт работы 13 лет, предусмотрены сезонные скидки. Продается деревянный дом 64 квадратных метра с землей 5 соток, район 37-го магазина. Телефон 367-56. Продается летняя резина в хорошем состоянии 205-65-15. Телефон 8-952-330-75-00. 23 марта во Дворце культуры «Мечта» состоится 11-й традиционный личнокомандный турнир по дзюдо среди юношей 1998-1999 годов рождения на Кубок главы города Кунгура. Начало соревнований в 11 часов дня. Продам дом за Иренью от собственника. 6 соток земли, баня, крытая ограда. Телефон 8-919-47-90-263. Куплю лодку-казанку. Телефон 8-902-800-86-11. Сдается двухкомнатная благоустроенная квартира с мебелью и бытовой техникой. Телефон 8-902-83-66-331. Союз ветеранов боевых действий «Братство». Администрация города Кунгура и Кунгурское телевидение объявляют акцию по сбору средств на строительство памятника ветеранам боевых действий и локальных конфликтов «Никто не забыт, ничто не забыто». Средства можно перечислить на счет, который вы видите на экране. Подробная информация по телефону 8-951-93-333-73. Безопасность ребенка – лучший подарок на Новый год. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. Иногда на мобильные приходит спам с парадоксальным предложением «защитить от спама». Для удаления своего имени из списка предлагается отправить СМС на один из коротких номеров. В результате этих манипуляций вы потеряете деньги. Это банальное мошенничество.